Сосредоточенный взгляд и руки, крепко сжимающие руль автомобиля. Марат Мигунов занимается в автосекции Центра внешкольной работы более 5 лет. Юноша считает, что на сложной трассе очень важно не только отлично знать теорию вождения, но и чувствовать машину и доверять ей. Машина – это живой организм, который чувствует, который тоже любит ласку, заботу и который нужно уважать и беречь прежде всего. Рыхлый снег и лед под колесами делают управление автомобилем сложным. Повышается риск заноса и опрокидывания. Но при умелом вождении любые экстремальные условия становятся поводом проявить все свои знания и умения. Марат не в первый раз участвует в автосоревнованиях. За его плечами награды за отличное выступление в личном и командном зачете. И он точно знает, как пройти трассу без штрафных секунд. Надо уметь управлять, надо ловить машину, надо знать, где нажать, где отпустить. И самое главное – это доверие к машине. И чувствовать машину. Если ты с ней на волне, значит, все будет хорошо. Перед выходом на старт конкурсанты проверили теоретические знания правил дорожного движения. Участники на время отвечали на 10 вопросов. Каждый неправильный ответ прибавлял 1 секунду к общему времени. Одна ошибка, да. Куда-то поехал не туда. Всего в зимнем слаломе приняли участие 13 юношей и девушек, которые разбились на команды. 2 от первого интерната и 2 от центра внешкольной работы. Повышать мастерство свое, навыки вождения. В то время потом, когда после школы выйдут уже, они уже умеют ездить. И по снегу, и по льду. Опять же, все сказывается на безопасность нашего вождения. Перед основным заездом юные водители проехали 2 тренировочных круга, чтобы затем за максимально короткое время пройти дистанцию. Конусами на трассе обозначены фигуры, змейка, тоннельные ворота, которые нужно быстро, но аккуратно объехать. За каждый сбитый элемент прибавляется 3 секунды к общему времени. Традиционные зимние соревнования помогают будущим водителям научиться безопасно управлять автомобилем. Чтобы научить детишек правильно ездить на автомобиле, чувствовать, что машина, чувствовать, что покрытие какое под колесами. Скорость, крутые повороты и снег из-под колес. Каждый из участников почувствовал себя профессиональным гонщиком и проявил отличные знания устройства автомобиля и умение дрифтовать на сложном покрытии. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.